течение прошлой недели в поселке Вока действовал детский спортивный лагерь для юных футболистов Удавирума. При поддержке Футбольного союза Эстонии и игрока сборной нашей страны Марко Кристаля к нашим юным спортсменам приехали тренеры знаменитого испанского клуба «Валенсия». Всю неделю ребята постигали футбольную науку, тренируясь с испанскими специалистами. Кульминацией стало торжественное закрытие смены спортивного лагеря и награждение отличившихся юных футболистов. После недели, проведенной тут, я понял, что если сравнивать тренерскую работу здесь и в Испании, то не так уж и много отличий. Да, Испания в 30 раз больше Эстонии, но и тут, и там важна техника игры с мячом. Мы верим в то, что ошибки есть важный элемент рабочего процесса. Если ребенок во время игры их допускает, то мы стараемся не критиковать его, а мотивировать и разбирать каждую ошибку. Мы точно не можем сказать, как работают ваши тренеры с детьми, но видим, что тут есть талантливые игроки, у которых есть потенциал. Этот лагерь, уверены организаторы, запомнится детям надолго. Его посетили также представители фирмы ННВ, которые пришли не с пустыми руками. Помимо сладких угощений, молодых футболистов ждал еще один подарок. Дело в том, что наша организация уже более 20 лет занимается различного рода благотворительностью. Вот и в этот раз мы не смогли отказать в помощи и поддержке таких маленьких, но уже очень талантливых футболистов. Наша организация приняла решение, что дальнейшую совместную работу с футбольным клубом «Лока» буду осуществлять я. Мы надеемся, что наше сотрудничество продолжится и будет очень успешным. Руководство предприятия ННВ приняло решение оплатить поездку ребят на сегодняшний отборочный матч в городе Таллине, где будут играть команды Эстонии и команды Бельгии. Но и на этом все не закончилось. После вручения всех памятных подарков были озвучены имена тех двух счастливчиков, которые отправятся в Испанию в футбольную академию клуба «Валенсия» для получения новых знаний и опыта.